Во времена СССР была такая ужасно неполиткорректная телепередача, называлась «Спокойной ночи, малыши». Там в том числе зимой показывали, что синички, что их надо как бы поддерживать зимой, и в том числе показали здоровенный кусок сала на весь экран. И это в присутствии Хрюши. Ай-яй-яй-яй-яй. Вела эту передачу такая очень красивая девушка, тетя Таня.